Космос на продажу. Коммунального предприятия кинотеатр «Космос» в Запорожье больше нет. Решение о ликвидации было принято депутатами Горсовета и сегодня обсуждалось на заседании бюджетной комиссии. Ее председатель рассказал, чем был обусловлен такой шаг. Решение было принято, кстати, вот с подачи антикризисной комиссии, с подачи бюджетной комиссии нашей, абсолютно корректно и правильно. То есть ликвидируется само коммунальное предприятие, в котором, насколько помню, 3 работника. Кинотеатр «Космос», здание кинотеатра выставляется на аукцион, на продажу. Но аукцион с условием сохранения именно этого учреждения в его профиле. То есть это должно быть культурное учреждение, которое специализируется в том числе на прокате кинофильмов.